Вот такой вот лыжный модуль новый. Здесь надо будет потом провода подсоединить. Вот фара подключается, тросик. Здесь вот тросик газа, такой же велосипедный. Вот такая рама. Вот, и вот рама стоит у меня. Вот открутили. И вот такая вот сидушка. Вот, и надо будет сверлить там в раме. Здесь два болта и там два болта. И будем устанавливать вот на мотобуксировщик помор. Вот здесь вот надо будет два отверстия сверлить. Вот прям здесь она и должна располагаться. С одной стороны и с другой стороны. Всем рыбкам привет! Сегодня я вырвался протестировать модуль толкач от фирмы Помор. Вот, я его установил, и сейчас я покажу, как я все сделал, как я его устанавливал. Ну и есть, конечно, небольшие нюансы. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Так, ну начнем с самих саней. Волокушек. Вот, снизу, значит, сразу шли накладки вот такие белые, толстые. Здесь, значит, идут еще петли под прицеп. Можно еще прицепить. Вот дальше. Дальше, значит, такая вот рама. Рама идет на с одной стороны на одном болту. И там тоже один болт. Но я буду дорабатывать. Наверное, скорее всего, еще здесь просверлю пару отверстий, еще парочку поставлю болтов, чтобы более надежнее было. Вот, значит, ручка газа такая же, как и вот на этом модуле. Я ее там зафиксировал, чтобы она не болталась. Дальше, значит, тросик здесь намного толще идет, по толщине там больше витков на тросике внутри. Значит, фара такая же на 18 ватт, вот как и спереди стоит. Я ее подключил, значит, подключил только фару. Значит, вот эти кнопки я не подключал. Ну, стоп, пуск, там глушить двигатель я еще не подключал, и сюда тоже не подключил. Я включаю свет вот здесь вот. Значит, подключил я, ну, практически напрямую. Вот здесь вот скрутки сделал. Значит, здесь вот этот вот, вот эти провода я заизолировал. Здесь они идут на кнопку пуск, вернее, не пуск, а на остановку двигателя и на включение фары. И протянул я вот по раме, так вот. Сделал вот такую еще дополнительную гофру защитную, поставил. И вот она под сидушкой идет. И вот заходит вот сюда. И там я сделал соединение. Взял, значит, такие, ну, от ксенона штекера. Такие папа-мама там втыкаются. Ну, я сейчас снимать не буду, это очень долго. Как-нибудь потом покажу. Вот, очень удобно вот эти фишки от ксенона, которые идут. Так, что еще? Значит, когда пришел модуль, здесь вот уже идет повреждение. Ну, как бы не повреждение, я считаю, а, не знаю, видно, нет. Вот, то есть вот оттуда соскочила уплотнительная резинка. Там она должна внутри стоять. Вот. Но я ее пока зафиксировал на изоленте. Потом буду разбираться, смотреть. Вот в таком... В общем, не досмотрели вот эту вот штуку. Я не знаю, разбирается фара или нет. Вот. Мне кажется, она неразборная. Вот. Туда я не знаю, как ее засунуть. Вот. Сейчас еще раз покажу. Вот она. Вот. Вот она должна туда, на посадочное свое место встать. Ну, почему-то она в таком вот, в таком варианте, в таком виде пришла.
Значит, что дальше? Здесь вот сзади есть петля. Она получше, потолще, пожестче. Вот. И по краю, там по низам тоже идет трубка. Квадратный этот каркас усиленный. Вот. И есть под крючки, под резинки. Вот я установил. Вот резинка, купил отдельно. Надо будет еще одну установить. Крест-накрест поставить. По всему периметру волокуш идет. Так. Ну и в принципе, что еще? Задний, а вернее, не задний, а вот, вот этот я хотел сказать, что вот этот провод у меня также идет по раме, я его еще не подключал. Вот он идет, вот этот провод толстый, и вот сюда его примотал, вот заизолировал. Ну это тоже вот фишка, тут идет папа-мама, вот такая вот. Ну это все надо подключать, я как бы не спец в этом, как смог фару, так и подключил, все остальное пока еще не подключал и не разбирался. Вот, сейчас попробуем покататься, прокатиться. Покажу вам, как он себя ведет. Еще один минус небольшой. То, что когда поворачиваешь по накатанной буранке, допустим, если прям лед, поворачиваешь рулем, и она как бы не поворачивает на скорости. Он не повернет, надо потихоньку, потихоньку, тогда он будет поворачивать. Ну, по снегу вот по такому вот, ну, как бы вот по такому он поворачивает. А так тяжело поворачивать. Я с гаража выезжал, там машины накатали, и очень сложно было повернуть, с гаражей вывернуть. Потихоньку, потихоньку, но я вывернул. Ну вот как бы вот так. Значит, я проездил примерно уже 3-4 рыбалки. Где-то 5 километров проехал, где-то 6, где-то поменьше. Сейчас проехал километра, наверное, тоже 5. Вот натяжка цепочки, в принципе, не сильно она растянулась. Нормально. Я ее перед каждым выездом смазываю маслом. Не знаю, какое-то лежало масло, она не мерзнет, такое густовато, но я думаю, этого хватит для смазки такой цепочки. Ну и установил, вот еще в комплекте шел уголок вот такой вот с двумя болтами, с гайками, и он с контрагаем тоже, вот основной болт. Значит, здесь внутри никакой резинки нету, типа сальника. Вот. Посверлил я вот эти два болта и посадил их вот сюда. Вот отмерил примерно сантиметр отсюда и примерно сравнил с той стороной. Но есть еще нюанс один. На этой стороне мне пришлось сверлить саму вот эту вот, защиту. Вот, так как уголок сильно большой, вот, и пришлось мне его сверлить, а так он не помещался бы. Вот, ну, пилить его не вариант было. Вот, и так жестко также прикрепил, просверлил сверлами, дрелью, обычными сверлами по металлу. Вот. Держался вот здесь вот. Ну, теперь уже сюда гайку можно не одевать, так как вот этот болт хорошо будет держать. Ну вот, как бы вот так. Такой небольшой нюанс. Не по размеру. Хотя я смотрел в интернете, у всех стоит вот здесь этот уголок. Он это поменьше, что ли. Вот я не знаю, какие размеры у него. То есть с этой защитой он не соприкасается, ну то есть сверлить не надо его. Ну и надо смотреть, даже контрагайки
вот эти откручиваются. Я туда резиновую прокладку поставил. Ну, так как у меня шайб нету, ничего такого нету, что было, то и поставил. Ну, пока не откручивается. Вот. Вот там вот контрагай у меня уже два раза откручивался. Я его прям сильно-сильно закрутил, но все равно от вибрации он будет откручиваться. Так что надо за этим смотреть. Ну, вот, друзья, вот такие вот пироги. Вот такой вот модуль. Следующую рыбалку поедем уже вдвоем, троем. Зацепим еще одну волокушу и попрем. Сейчас я покажу, как светит фара. Такое освещение как бы не сильно ярко светит ночью, но в принципе будет этого хватать, и буранку будет видно. Ладно, поехали, прокатимся. Колено практически не видно, ну видно должно быть, просто сейчас темнеет уже на улице. Вот я сейчас по этому месту сейчас проеду, сейчас покажу.